вдруг уползли такие слухи и вопросы от поклонников. А не планируют ли вторую часть «Холодного сердца»? Я когда узнал, я прям меня... И вдруг, значит, все забурлило, так захотелось, потому что, конечно, я обожаю этот проект. Обожаю! Тогда взгляни! То, что оно сейчас наступило, для нас праздник. Я опять озвучу нашего замечательного прекрасного Олафа. Тут свой день рождения у Анны. А Эльза заболела. Простуда. Пусть будет это сюрпризом. И Эльза с Кристофом готовит сюрприз. И это очень забавно. Сам процесс подготовки и то, что из этого в результате получилось. На торжестве, на дне рождения. Этот мультфильм, я не знаю, настолько дает позитивное настроение всем. В наших серых буднях этого не хватает. Любое продолжение, мне кажется, интересно, потому что это жизнь какая-то происходит, новые события. Сюда! Снежок, кружок, ледок, холодок, снежинка, пушинка, хлопок, пупок, шарик, фонарик, волчонок, щелчок и шашлычок. Там даже звучат фраза «Я тебя люблю». Торт! Но ведь он из мороженого. Я надеюсь, что все скорее будут улыбаться, потому что он забавный. Там такие с ним происходят некие неловкие моменты. Не все ладится, скажем так. О, нет, пожалуйста, не надо! Олаф, он для Анны. Он для Анны. Да много всего. Но в результате получается все наилучшим образом. Я этот день тебе одной дарю. Пусть этот день покажет всем, как я тебя люблю. Мы обязательно это посмотрим и ждем это. А я очень жду. Обязательно нужно посмотреть всем. Дорогие друзья, приглашаю вас смотреть мультфильм «Холодное торжество». Сюрприз! И блистательно.